Крупнейшее в Подмосковье предприятие жилищно-коммунальной сферы «Одинцовская теплосеть» отметило свое 50-летие. С юбилеем сотрудников поздравили депутаты Мособлдумы и Окружного совета депутатов, представители общественности и компаний-партнеров, а также глава округа, секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета вручил лучшим сотрудникам предприятия грамоты и благодарственные письма. Отдельное благодарственное письмо было адресовано всему коллективу Одинцовской теплосети.